Сегодня в режиме видеоконференц-связи прошло совещание министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с главами регионов по вопросу создания центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В новых учебно-методических центрах будут реализовываться передовые педагогические идеи и образовательные технологии в сфере начальной военной подготовки будущих защитников Отечества. На данный момент в России открыто 27 площадок «Авангард». В ближайших планах открытие еще 36 объектов, в том числе и в Чувашии.